Всем привет! Сегодня видео записываю именно для вас, партнеры, которые со мной развиваются в ароматной направленности, в парфюмерной компании. И мы поговорим о весенних ароматах. Я расскажу вам, как помочь человеку подобрать необходимый ему аромат, тот, который он желает, хочет, но тем не менее, чтобы аромат соответствовал весеннему, чтобы человек не был слишком вызывающий с этим ароматом, чтобы он не выделялся из толпы, как что-то кричащее. Весенний аромат, он должен быть легким, ненавязчивым. Тем не менее, должен быть шлейф. Это не должен быть какой-то водный, прозрачный такой парфюм. Нет. Аромат легкий, но шлейфовый. После себя все-таки оставляет какое-то все-таки впечатление. Можете заметить, что на полочках специализированных магазинов обычно в темных и таких ярких флакончиках стоят восточные теплые ароматы, которые окутывают уютом таким, согревающие. Это все-таки зимние, поэтому темные, яркие мы отложим до зимы. Флакончики мы постараемся обратить внимание на те флаконы, которые в небесно-голубых флаконах, в розовых, нефритовые флакончики. Это вот то, что используют компании для весенних ароматов. Ну, преимущественно, это не прям не ко всем применимо. Но все-таки в первую очередь мы обращаем внимание на состав, на ноты, которые имеются в данной композиции. Должны быть то, что относится именно к вот весенний аромат. Это роза, ландыш, в любом случае сирень, пион, это все, что к весне, и нарцисс. Именно цветочные ароматы – это весна. Все цветет, все пахнет, надо помочь женщинам почувствовать вот это вот цветение. Волшебно раскрываются в весеннем воздухе как раз-таки цветочный аромат. Ноты отлично будут сочетаться с древесными и мускусными. Вот это тот самый шлейф этих дополняющих цветочные композиции, который останется, который не испарится с влагой. Угу. Традиционные ароматы весны – это как раз-таки цветочно-древесные и цветочно-мускусные. Все, что нам надо знать о нотах, которые в первую очередь отражают весеннее настроение. Несомненно, на весну подойдут и водные, и травянистые такие ноты. Они гармонично будут сочетаться и со свежей травой, и с первыми солнечными лучами. Активных и оптимистичных советую присмотреться на весну фруктово-ягодным ноткам. Рекомендую обратить внимание на ароматы, в составе которых есть земляника, яблоко и смородина. Это то, что мы предлагаем для девушек, которые ведут активную жизненную позицию. Но духи, в которых слышны ярко тропические вот эти вот ноты, мы все-таки оставляем на время, когда жаркое солнце, палящее, вечер. Вот это туда. Сейчас не нужно, это будет слишком навязчиво. Весна всегда, лично у меня создает ощущение того, что вот все распускается, расцветает, вот что-то произойдет, что-то такое приятное, что изменит всю жизнь. Это лучший момент года, когда
именно как в воздухе висят ощущения перемен. Эти ощущения отлично передают цветы. То, о чем мы говорили, цветочные ароматы – это весна. В составе можно посмотреть парфюма цветы гиацинт, жасмин, магнолия, орхидея, лотос. Ну, без розы, разумеется, мы не обойдемся. Также весенние ароматы, безусловно, это ландыш и сирень. Это все, что нам подходит из цветов. Если парфюм нужно подобрать для энергичной, активной девушки, сразу смело рекомендуем им сочетание таких нот, как нотки цитруса, что-то красная ягодка и ваниль. Это вот мы используем эти сочетания для девушек с активной позицией, потому что в их вот всей вот этой вот суете, в активности не хватает покоя, чтобы их что-то уравновешивало с природой, как раз весенним вот этим спокойствием. Этот аромат, который вокруг нее создастся, этих нот, он как раз-таки немножко введет ее в состояние покоя. Это будет наслаждение, что-то приятное. Это успокаивает. Так что весной для активных девушек это сочетание ароматов весьма актуально. Но имейте в виду, что перебор с вот этими ароматами, которые активные, да, они будут удушающие. Будьте внимательны. Если в женской парфюмерии чаще всего используют ноты цветочные, фруктовые, ягодные, то для мужчин подобные ароматы не подходят. Это, они избегают их в своем гардеробе, и парфюмеры избегают подобных ароматов в производстве мужских духов. Для мужских для мужских духов используют травянистые, древесные ноты. Ароматы свежей травы идеально подходят для весны в мужских ароматах. С мужскими ароматами все просто. Мы сразу делим их на три группы. Это спорт, это мы подбираем аромат для зрелого и состоявшегося мужчины, либо мы подбираем аромат для молодого мужчины. Все. И от этого у нас сразу все ароматы разделились на три группы. Мы рассматриваем конкретную группу. Для молодых парней предлагаем ароматы, в составе которых есть ноты бергамота, мандарина, черный перец, кедр и кардамон. Это те ароматы, которые вот подчеркивают вот это стремление к свободе. Они готовы к чему-то открыться. Но в составе ароматов пачули и амбры, они как раз-таки создают тепло. Поэтому мужские вот ароматы, которые для молодых на весну, они легкие такие, свежие, но при этом в них есть такая капля резкости. Имейте это в виду при подборе ароматов для мужчин. Если мужчина предпочитает спортивный образ жизни, им нужны такие вот спортивные ароматы. Этот аромат должен передать его энергию, его вот это вот движение. Используем такие ноты, как нотки морского бриза, древесина, мята. Они раскрывают вот внутреннюю глубину, жажду ощущений. А гвоздика, тмин и перец, они добавят как раз-таки ту нотку пикантности, которая должна быть в мужском парфюме. Для зрелых мужчин, состоявшихся, которые уже достигли чего-то в жизни, мы предлагаем ароматы с нотами табака и хвои.
Это для мужчин данной категории вот, аромат успеха. Как они в этом аромате чувствуют себя уверенно, так и женщины слышат этот аромат, видят, что это весьма успешный, уверенный в себе мужчина. Мяты и цитрусовые тоже используются в композициях для этой категории. Они поднимают настроение. Все-таки должно быть что-то, да, что сбалансирует эти ароматы. Итак, вот все, что я хотела на сегодня вам рассказать именно по весенним ароматам. Надеюсь, информация будет для вас полезной. И ваши клиенты и клиентки останутся довольны тем выбором, который вы им помогли сделать. Все, всем пока-пока!